здесь, во Дворце культуры имени Ленина, состоялось первое выступление на большой сцене будущей народной артистки Украины Галины Мурзай. Было это в 1957 году. Кстати, именно тогда произошла и первая встреча 13-летней Галины с Луганском. Девушка удивила и поразила буквально все. Высокие дома, множество машин, огромный, как тогда и казалось, концертный зал. Можете себе представить мое состояние, когда я сюда приехала из деревни, со своих полей, степей Троицкого района, и вдруг я попадаю в этот город. И вы знаете, вот такое ощущение, вот если бы сейчас меня высадите в Нью-Йорке, то для меня это был Нью-Йорк тогда. Эти здания вот здесь, вот, особенно на Красной площади, вот, где старый Нюрнберг, они мне казались такие огромные, такие мощные, что я просто терялась. Я вот была какая-то, как из джунглей вышла девочка, так, вот такое у меня было состояние. Вот. И он меня так впечатлил, этот город, такой мне показался огромный, мощный. И сразу нас привезли сюда, в ДК Ленина. И вот это первый раз я увидела, что есть такие огромные залы. Здесь же 1500. Привыкла выступать все время в своем сельском клубе, где всего 150 или 200 мест, не помню. Вот. И я, вы знаете, я даже вот сейчас толком не помню, как я выступала. Я была как в таком полубессознательном состоянии. Галина Мурзай пришла на профессиональную сцену благодаря участию в художественной самодеятельности. Она окончила училище, работала маляром и не могла дождаться конца рабочего дня для того, чтобы быстрее оказаться на репетиции. Девушку со звонким и сильным голосом заметили и полюбили. Галину приглашали для участия в больших концертах. Причем, что интересно, она, артистка самодеятельности, выступала на сцене вместе с профессионалами. Зачастую это происходило здесь, во Дворце культуры имени Ленина. Галина Николаевна очень любит этот зал, но все-таки считает, что в городе такого уровня, как Луганск, давно уже нужно построить новый концертный зал. Или хотя бы привести в порядок то, что есть. Больно мне на это, конечно, тоже очень смотреть, и, потому что я всегда сюда прихожу на концерты с волнением, всегда волнуюсь и люблю эту сцену. Мне кажется, здесь и голос звучит очень хорошо в зале, акустика очень хорошая, и аура такая хорошая здесь в самом дворце. Конечно, я очень надеюсь, что, дай бог, с приходом Данилова все-таки наш дворец вылечат, можно сказать. Так можно сказать, потому что он больной, его надо лечить. Есть еще одно здание в Луганске, которое, по мнению Галины Николаевны, срочно нуждается в докторе и лечении. Это здание областной филармонии. Второй храм искусства. И опять же, около этого храма стою, и опять сердце разрывается, душа болит, потому что то же самое, в таком же упадке совершенно. Здесь я в 68-м году меня сюда приняли как солистку филармонии. И я уже стала объявляться не участница художественной самодеятельности, а артистка Варшаловградской филармонии, областной филармонии. Я этим очень гордилась. И проработала я в ней 32 года. Могу сказать, что это как на одном дыхании прошли эти годы, потому что я настолько любила свою работу, любила петь. Постоянные разъезды, командировки. Все время скучала за филармонией, потому что приеду, немножко побуду, выступлю и опять уезжаю на гастроли. Но, тем не менее, зал филармонии когда-то был всегда полон, и люди с удовольствием ходили на концерты. И вообще улица Ленина была когда-то, как говорится, ну, фартовая, что ли, или как-то сказать, центральная улица. Здесь, тем более, находилась на этой улице филармония. И здесь очень много проводилось концертов, столько народа обогащался духовно. Теперь, к сожалению, этого уже почти ничего нету, можно сказать. С филармонией у Галины Мурзай связаны не только творческие воспоминания, ведь именно здесь она впервые встретилась со своим будущим мужем Виктором.
что интересно, с мужем я здесь познакомилась. Его взяли к нам в филармонию, солистом филармонии. И в скорости я буквально через 3 дня приезжаю с Голландии, я была с концертами. И я приезжаю, и меня знакомят, значит, с этим парнем. Высоким, стройным, как тополь, вот, красивым, познакомили. И когда мы с ним познакомились, то он настолько опешил, что я даже не знаю, почему так, что покраснел буквально. И как говорит, он говорит, я, говорит, мне даже ноги аж задрожали, настолько я на него произвела впечатление, просто не знаю. Это, наверное, раз в жизни бывает, и действительно так оно и случилось, потому что мы знали 3 дня друг друга и живем тоже 33 года. И это, наверное, потому что здесь познакомились мы. И это очень здорово, что он тоже был артистом и тоже пел, и мы вместе ездили, работали. Это была семья. Всегда, когда нужно было отвлечься от работы, отдохнуть, подышать воздухом, набраться новых сил, Галина Николаевна любила прийти сюда, в сквер ВЛКСМ. И наш разговор мы продолжим именно здесь. Нужно сказать, что певица неоднократно получала приглашения из других городов. Тогда, во времена Советского Союза, многие филармонии мечтали иметь такую солистку. Но она не уехала. В Луганске ее ценили, любили, а от добра добра не ищут. А еще, говорит Галина Николаевна, она корнями вросла в свою родную луганскую землю. Хотя пришло время, и отношение к певице изменилось. В ее любимом городе ей создали такие условия, что пришлось уехать в Крым на 2 года. А вина народной артистки Галины Мурзе заключалась лишь в том, что она вступила в социалистическую партию. И после этого она почти сразу же почувствовала, что находится в ссылке. Ссылка заключалась в том, что просто меня перестали замечать. Я не существовала. Меня перестали включать в концерты, да. А ведь что такое находиться на гребне, как говорится, и потом сразу у меня, ну, как говорится, в пучину. Это же очень-очень страшно. Я не могла выйти в город, потому что меня люди встречали. И все задавали вопрос: Галя, где ты пропала? Почему тебя нет? Почему тебя не включают концерты? Что я могу им объяснить? Ну что я? Я ничего плохого не сделала. Я просто уступила в партию Мороза. И все. Ну, пару раз я где-то там высказалась, немножко покритиковала Кучму. Все. Этого было достаточно, понимаете? И теперь я, пройдя этот путь, я просто хочу и другим сказать, что артистам в политике делать нечего. Надо заниматься своим делом. Только заниматься искусством, и ни в какие партии, и никакую политику, и никакие стороны там поддерживать. Ну, ты в душе поддерживай, кого ты хочешь. Но так вот, как я тогда постаралась сказать открыто, я считаю, не стоит этим заниматься, не надо. Это очень тяжело. 2 года Галина Мурзе жила в Севастополе. Там певица хотела начать жизнь с чистого листа. Но ничего не получилось. И именно в Севастополе, находясь вдали от родного города, она поняла, что такое ностальгия. Когда я каждый день думала о Луганске, и когда моя душа здесь осталась, а плоть уехала, это невозможно. Это депрессия страшная. Это когда идешь по улицам, не встречаешь знакомых лиц, а тебе не 20 лет, что ты можешь заиметь новых знакомых, и еще, и, как говорится, все впереди. И это невозможно. Я буквально вмиг решила, собрала все опять свои вещи на машину и назад в Луганск. И я сюда приехала, я буквально ходила по улицам и плакала. Вот настолько, казалось бы, 2 года, ну что это? Но и мне казалось, что я бросила город на долгие годы. Настолько, я так соскучилась. Я теперь знаю, что такое ностальгия по своим родным местам. В ближайшее время певица готовится выступить на концерте, посвященном 60-летию Победы. В педагогическом университете с будущего учебного года она откроет свой мастер-класс. Также в планах подготовить вечер романса. За время вынужденного отпуска у Галины Мурзай накопилось огромное количество творческой энергии, и она с радостью отдаст ее землякам.